команда КВН «Квартет П». Дети Бена Сультрода. Первый град 2015 года. КВН «Руде». Готовьтесь вкусить плод наших сумасшедших фантазий. Команде КВН «Квартет П» я знаю ничего, кроме как посидеть. Железный человек, орлиный глаз, черная вдова. Команды КВН «Квартет П» настолько дистрибьютшены, что не хватает денег для приобретения новых актеров. Мульфа Юрия, капитан Арабика, Улан-Батор, Квартители, Эра Сультрона. Война!
знаете, в нашем мире можно многое изобразить с помощью женщин. И даже телепередачи. Итак, представьте, телепередача «Адская кухня». Итак, это «Адская кухня», и наш рак настолько не сваренный, что он может защищать МИД. Поехали! Я вам расскажу о правильном рационе питания. С утра на завтрак можно позволить себе немножечко побольше. На обед первое, второе. И клюквенный компот, кислое лицо такое вообще. И на ужин запеканка. Передача «Криминальная Россия». И это «Криминальная Россия», и так выглядит типичный подполковник МВД РФ. Это типичные жертвы преступления. Кража, убийство и фоторобот. И здесь сериал «Папины дочки». Угадайте, какая дочка не папина? Конечно же, вот это, она самая высокая. У нас класс тяжело, и чё это? Итак, друзья, что хотелось бы сказать в конце? Мораль. Попробуй сделать левый. Я делаю. Попробуй. Ладно, шучу. На самом деле... что хотелось бы сказать в конце? Альберт Эйнштейн открыл теорию относительности. Билл Гейтс открыл новую операционную систему. Стив Джобс создал новый iPhone. Команда Grand Quartet B придумала перечислять достижения других людей.